Всем привет! И сегодня у нас будет очередное видеокормление. Но на сей раз кормить мы будем не ящера, а, как вы можете увидеть, молодого подростка-крысы по имени Кофеек, который у меня живет уже примерно месяц-полтора. За это время он значительно подрос, и сегодня он будет кушать взрослую саранчу. Сейчас покажу саранчу. Вот она у меня на пинцетике. Шевелится, привлекает внимание. А наш крысенок забился под камушек, под убежище, которое ему выделили в качестве жилья. И запускаем саранчу внутрь. Пока что никто ничего не понимает. Каждый испугался отдельно. Сейчас посмотрим, как наш крысенок будет реагировать на саранчу. Он трусишка. А саранча тем временем убежала подальше. Придется приманивать опять отдельно. Надеюсь, мне удастся схватить саранчу. В любом случае, она сама цепляется за пинцетик. Ага. Саранча упрыгнула аж наверх, на сеточке. А крысёныш так и не понимает, в чем же подвох. Ну-ка. То ли он саранчу боится, то ли саранча его боится. Все друг друга боятся. Ну-ка. Ага. Куда саранча убежала? Ага. Ага. И сразу в норку. Сквозь пластик видно плохо, но тем не менее видим, как крысеныш пытается завалить и закрыть саранчу. Кофеек у нас стеснительный, поэтому пытается кушать что-то подобное у себя внутри. Правильно, начинаем с головы. И постепенно грызем. Он у нас не слишком голодный, но до мяса все же. Саранча пытается выбраться оттуда, но бесполезно. Против более тяжелой крысы у нее нет ни единого шанса. И, к сожалению, кофеек скрылся вместе с саранчой. Вон он там, одни лапы видны. Но мы оставим его догрызать саранчу. На этом видео закончено. До новых встреч, берегите своих питомцев.